Всем привет, с вами Клонова Анна и Евгений и Антон. Итак, на Антоне сейчас трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 532-795. Размер 54, состав 100% хлопок. Ну, обычная, наверное, футболка, да, Антон? Да, обычная футболка. Ткань плотная, нелегонькая, обтягивающая. Так сказать, даже чуть-чуть, может, размером поменьше. Потому что буквально 2 дня назад снимали этот же размер, он был более свободный. Угу. Это надел на более плотная ткань. Более плотная и меньше размером, да? Да, да. Угу. На полразмера, наверное, да? Где-то бы побольше. На папе трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 532-803. Цвет светло-серый меланж, размер 56. Вот на 54. Я что-то думаю, почему так на тебе висит, а потом поняла, что 56 размер, 95 хлопок, 5 вискоза состав. Значит, у Антона 100% хлопок, а у папы 95 хлопок, 5 вискоза у 56 размера. Ну вот, мальчики поменялись, вот теперь все на своих местах. И Антону не сильно в обтяжку, и хорошо сел 56-й. Вот знаете, 54-й размер папе тоже немножечко в обтяжечку, поэтому я могу сказать, что на пол размера мало мерит эта коллекция, точно вам говорю. Что ж, еще сниму на столе, покажу вам специально, да? То есть тут вот прострочено белой ниткой, если что. Да? Это опять-таки вставлено что-то типа резиночки. То есть вот эта ткань такая футболковая, хлопковая, а тут типа резиночки вставлено. Низ изделия обычный, не с резиночкой. Да, в принципе, все прошито хорошо. Оставляем ее и очень даже рада, что мы заказали на размер больше. Именно вот эти две модели, они идут как маломерки, получается. Так, синенькая. Ну вот тут видно, да, очень хорошо вот отсюда до сюда. Идет антирастяжечка небольшая вставлена, да, то есть внутри беленько, сверху вот так вот. Сейчас на Антоне легкий трикотажный джемпер с воротником пола. Артикул 532-585, размер 54, 95 вискоза, 95 хлопок, 5 вискоза, прошу прощения. Антон, как тебе? Ну, она менее плотная, и как смотрите, это 54. Ткань потоньше, да? Ткань потоньше, и, как видите, она не... Да, она на тебе нормально уже смотрится. Значит, вот те цветные футболки, девочки, они маломерки. Имейте в виду, заказывайте просто на размер больше своим мужчинам. И на папе, кстати, нормально смотрится. Значит, на папе легкий трикотажный джемпер с воротником пола. Артикул 532-571. Цвет хаки, размер 54, состав 100% хлопок. Пап, нравится тебе эта штучка? Хорошо. Хорошо, мне тоже нравится. Мне вот что нравится, то что вот, когда вот они застегиваются целиком пуговицы, ну знаете, такие, блин, мальчики примерные сразу, мне вот не нравится это. Вот они так по одной пуговке сверху расстегнули, вообще стало классно смотреться. Мне вот нравится так. Так, дальше, вот эта рубашка. Их тут несколько штучек, да, таких вот. Все расстегивается до конца. Ворот синий и вязаный. То есть он тут, как вы видите, пришит. И антирастяжка, она идет прям по всему периметру изделия, из-за ворота, скорее всего, да, то есть, да нет, в принципе, это просто шов, это не антирастяжка получается. Вот, то есть, сам воротничок грубый такой, я думаю, слышите, да, и вот тут вот с воротничком пола низ изделия, да, вернее, низ рукава, конец рукава сделан тоже в форме резиночки. Так, это что? Просто ниточки. Новенькая из этого. Угу. Рисуночек такой вот интересный. Ткань, в принципе, ну, как хлопок, так обычно тянется. Это тоже хорошо очень тянется. Она точно такая же, как и предыдущая. На ней даже лучше видно из-за того, что она светленькая, да. То есть тут что-то типа вязаного, да, и тут вот что-то типа вязаного. И оно такое грубенькое, да. Ну, прикольно, папа будет носить. Так, забыла в этом видео сказать рост мужчин. Значит, Антон 185, а папа 172 был. 172. Ага. Так, смотрите, на Антоне сейчас трикотажный джемпер. Трикотажный джемпер, он уже тянется, он вязко, да, идет, Антон? Нет, не вязко, простая ткань. А, простая ткань, да? Да. Хм. Как у футболки? Ну, наверное, то, что рукава из этого джемпера называется. А почему трикотажный-то? Простая ткань, как у футболки, да? Да. Ага.
Артикул 532-648, цвет черный, размер 54, 100% хлопок. Вот смотрите, тоже нормально смотрится, тоже хорошо. Так, дальше, на папе трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Артикул 532-641, цвет темно-бирюзовый, размер 54, состав тоже 100% хлопок. Кстати, цвет обалденный просто, мне вот он очень понравился и папе подходит. Дальше, вот такие вот три абсолютно одинаковые, но разные, да, идут. Одну я вам покажу. То есть тут такая футболковая ткань, которая очень хорошо тянется, да, такой приятная, мягонькая очень, да. То есть она вот мягче, чем вот эти футболки. Вот эти футболки как-то идут поплотнее, погрубее, а это идет как-то вот помягче, поприятнее. Вот, также вставлена резиночка, также вот тут антирастяжечка снизу, да, вставлена не по всему, не по всей горловине. Так, низ изделия выполнен прямо у всех трех, и снизу никаких разрезов нет, ничего нет. То есть это просто что-то типа футболки с рукавом, и кому какой цвет нравится. Так, сейчас на Антоне. Легкий трикотажный джемпер с воротником поло. Так, ошиблась, читаю папу. Так, трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины. Цвет хаки, размер 54, 100% хлопок. Ну тут, знаете, такой хаки, такой, знаете, нежноватый хаки, светлый, даже светлее, чем в камере. В перемешку с белым. Ага, в перемешку такой с белым. Можно сказать, меланж практически, только другой немножко рисуночек. А на папе как раз легкий трикотажный джемпер с воротником поло. Артикул 532-606, цвет белый, размер 54, 100% хлопок. Вот чисто черно-белый, кстати, смотрится реально прикольно. Мне прям понравилось. Папе очень-очень хорошо. Цвет передается классно, поэтому я прям счастлива. Вот эту мы решили папе отдать, потому что Антону она не очень подошла. Поэтому папе. Дальше. Вот такая футболка. Тоже воротник поло. И вот тут у них у всех троих есть разрез по бокам. Небольшой такой, да, видите? Ну, прикольно смотрится, хорошо так представительно. Вроде бы футболка. А из-за такого вот воротничка уже как-то более представительно, нежели обычная футболка. Уже можно и там в гости сходить, да, еще что-то. Ну, удобно. Удобно, классно. Да. Легкий трикотажный джемпер с воротником поло, с коротким рукавом для мужчины. Артикул 532-592, цвет синий, размер 54, состав 100% хлопок. Так, на папе легкий трикотажный джемпер с воротничком поло, с коротким рукавом для мужчины. Так, артикул 532-599, размер 54, состав 100% хлопок. Не, ну классно, на обоих классно смотрится, ярко так, прикольно. Вот этот цвет, конечно, очень-очень насыщенный. Я даже запереживала, будет он, не будет краситься, да, рисунок сверху, внутри ничего нет. А также и у хаки, да, рисунок сверху, внутри ничего нет. А так они все вот идут, да, с такой полосочкой. Так, угу, что-то торчит. Это можно убрать, я так понимаю, да. Вот так, все здорово, пуговки, все сочетается. Все прошито, прям тут идеально, великолепно. В общем, никаких нареканий, ничего нет. Так, сейчас на мальчиках трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 532-753, цвет черный, размер 54, 100% хлопок. На папе трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины. Артикул 532-746, цвет темно-синий, размер 54, состав 100% хлопок. А низ рукава тоже резиночка и тоже с полосочкой. Да, вот эта вот эмблема, не поняла, как переводится, муж тоже не особо понял. Это сверху, да, то есть довольно таки крепко, но это рисуночек, который идет сверху. То есть это не прошито, ничего. Вот тут будьте аккуратны, осторожны. Эту вещь нужно стирать. Ну, как даже сказать, ее нужно стирать более аккуратно, да, то есть уже там на сушку не ставить машину и все такое прочее. Так, антирастяжечка вот есть, синяя точно такая же. Так, сейчас на Антоне трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины, артикул 532-719, цвет темно-синий, размер 56. Антон, как тебе этот размер? Ну, свободно. Но это не тебе, это моему папе. Который, ну, наверное, ему нужно было не 56, а не 58. Да? Я прогадала. Побольше, да?
Ну ладно, носи тогда ты. Так, 100% хлопок. Так, на папе кофточка мне показалась с браком. Вот, пап, встань прямо к камере. Вот посмотрите, шов как будто немножечко вот это с пуговками, да, застежка, она как будто чуть-чуть в бок ушла, она неровно по центру. Значит, трикотажный джемпер с длинным рукавом для мужчины, артикул 532-655, цвет хаки, размер 54, 60 хлопок, 40 полиэстер. В принципе, клевая и классная, мягкая, наверное, да? Хорошо. Угу. Но, как бы это, Антон, тебе рукава очень длинные в ней. Ну да, так и у меня тоже. Да, тоже рукава длинные, чересчур. Ага. Ну, в принципе, нормально. Рукавом вот эту я папе заказала. Антон сказал перезаказать на 56 размер. Ну, хорошо, я перезакажу. Он любит такие вот мягкие, приятные к телу. Она очень мягкая. Она прям классная, классная, мягкая, мягкая. Далее, вот тут, это, конечно же, возврат, ну, потому что на самой модели видно, что вот это вот пуговицы, они куда-то в бок туда ушли, да, то, что тут места больше, чем вот тут. Прямо в глаза кидается. Но на самом деле она одна из самых мягоньких, хорошеньких, очень приятный цвет. Тут есть такой кармашек, вот, прям великолепно, да, что-то типа меланжа. И внутри, и снаружи все одинаково, есть антирастяжка, поэтому будете брать, обращайте внимание. Это трикотажная фуфайка с коротким рукавом для мужчины, артикул 532-760, цвет 54, состав 100% хлопок и переводится «Лучший папа на свете». Ну, это про Антона, поэтому носи с удовольствием. Я хочу перезаказать на другую. Ну и самый лучший папа, конечно же, оставлю, но это тоже сверху клееночка. Да, я думаю, слышите, да, такая вот клееночка. Не знаю тоже, насколько ее хватит, если вот тут вот тянется, да, ткань. Ткань такая, знаете, обычная, футболковая, тонкая. Вот. Ну, рисунок вроде бы не трескается, все вроде бы нормально. Так это. Вроде бы такой крепенький, хороший рисуночек. И тут вставочка антирастяжка так, идет такого же вот цвета, как и рисунок, но она внутри. То есть вот это вот одна надпись только такая, да? То есть остальное все прямо идет. Да, Антон, всем пока-пока скажи, а мы пошли с Викусей видео снимать.